Продолжаем, друзья, четвертьфинальный марафон. Два поединка, 1/4 у нас уже проведены. В среду мы выявили первого полуфиналиста. Команда «Транслом» одержала победу со счетом 4-3 над «Городком 17». И по сумме двух встреч, первая, напоминаю, тоже была выиграна со счетом 4-2. У нас «Транслом» выходит в пол. Вашему вниманию два полуфинала представятся. Арбитр Максим Матюлин. Таланты. Этому будет противиться команда «Лечи». Давайте состав, в котором испанцы на этот матч выходят и тут же открывает счет. Это новичок команды Гига Мамулашвили забивает этот мяч. 28 голов, друзья, забито было в трех играх. Вот сейчас 29-й мяч забили команду между собой. Такие знатные перестрелки, а удар. Раковый мяч на угловой. Быстро разыграли футболисты Лечи. Кипел поединок. Пас на Андрея Шакельдяна. Тут дальше Михаил Шакая. Есть вариант справа. И надо забивать. Тимур Исмаилов. Удар. И гол в девятку влетает. Ближний угол слывет вратарским. Но не в этот, но не в этом случае, друзья. Потому что кратчайшее расстояние было между... Беломыцев. Хорошая передача. И скидка. Григорянов, касание пяткой, тонко чувствует своего партнера. Вторым темпом Алик Элизян. Ему опять там бьют по всем частям тела. Сражается Элизян и сам сбивает партнера до свистка. Нет, и поэтому так Григорян не прощает на дальней штанге. Забивает свой очередной гол в турнире. Разыгрывают на коротке футболисты итальянской команды. Григорян там его... руками подталкивает Сидорин, прострели передачу, удар. На Григоряна. И еще один удар, и гол! Вот так вот Федор Моисеев, подключившийся в атаку, направляет мяч точнёхонько в дальнюю лузу. 2-2. 2-2. С малым. И это малое в первом тайме. Составляет полторы минуты Андрей Шакельдян. Передача! Удар Георгия Шакая! Подпрыгнул, как горный сайгак, и перехватил мяч все-таки Роман Сидорин. И опасная ситуация. Удар и гол забивает Мушвик Рзаев. Сам себе создал этот мяч. Ворвался в штрафную площадку, переложил мяч под правую и без шансов для голкипера направил снаряд в дальний угол. Игрывает Алик с Беломыцом. И пробивает, отражает удар. Но голом она не обращается. И вот она возможность для Михаила Шакая. Удар в упор и... четвертый гол влетает в ворота Лечи. Михаил Шакая. Команды. И один там был совершенно Михаил Шакая, который ни шанса не оставил вратарю команды Лечи. И еще один гол может влететь в ворота. И он, друзья, влетает. Это Мушвик Рзаев. И что, неужели Лечи рассыпается, как карточный домик. Михаил Шакая, однако, своевременно из ворот выскочил Виктор Швайгер. Быстро разыграл его, но команде нужно торопиться. И красная карточка, друзья, у нас. Да, еще и Бетис владеет мячом. Какая техника сейчас в исполнении. Ладош Улая, Михаил Шакая открылся от оппонента. И шестой мяч забивает Ладош Улая. Великолепно сейчас разыграли трехходовку. Эксклюзивная информация от Станислава Левандовского. Оказывается, Артур Мисропян по телефону руководит заменами, смотрит этот матч, несмотря на бракосочетание, делает замены, и его подопечные забивают уже седьмой гол в ворота Лечи. Ну и смотрим, Элизян, и что, не было там гола? Выскочил мяч из ворот. Поддержал атаку Георгий Шакая, под левую убирает, пробивает. Отдает передачу Гиге.
Гильви Финтит против Элизиана. И на этом, друзья, у нас третий четвертьфинальный поединок завершен. Определен еще один полуфиналист. Это команда Бетис.